Ребят, ну что, поговорим немножко о засыпании за рулем. Вот, в общем, я пришел на вахту сегодня, всегда беру с собой подушку. То есть пришел, подушку положил, смотришь, судов нету, лег спать и все, 4 часа проспал, там за 15 минут просыпаешься, чтобы не это самое, не спалиться. Как будто ты всю вахту стоял. Шучу, конечно, ребят. В общем, засыпают за рулем пилоты самолетов. Сегодня посмотрел ролик, что проснулся один, говорит, смотрит, второй тоже спит. Но там немножко расхождение меньше. Здесь, конечно же, трафик серьезный, в основном, да, в море. Поэтому нужно быть очень внимательным. Но засыпают тоже, это от усталости. Когда грузят судно, там по двое суток крепят, не спят, потом приходит штурман на вахту. Капитан не замечает, что он устал. В итоге засыпает, сшибают мосты, что только не происходило, аварии. Поэтому, ребят, и не приучайте себя сидя засыпать никогда. Это вас приведет к большим проблемам. У меня все.